Всем доброго вечера. Съемки производятся в компании Superend Boutique. Находимся мы город Москва, Куликовская, 12. Сегодня в этом видео хотим вам показать, как работает тукан от компании Kitbox. Мы установили на свой аппарат. Кто не знает, что такое, это эквайринг, оплата картами. То есть можно оплачивать наличным способом, да, но на сегодняшний день тренд таков, что уже все переходят на карту и, соответственно, сейчас я вам покажу, как это работает, да, не просто в руках покажем, как это выглядит, а именно как работает. То есть перед тем, как воспользоваться эквайрингом, регулируем сахар, кто как любит, да, вот, соответственно, выбираем напиток, загорается тукан, прикладываем карту, он ее считывает, убираем, ждем порядка там 5-10 секунд максимум, чтобы банк дал ответ о том, что продажу можно совершить. Продажа началась. Идет приготовление нашего нектисолиста. Данный аппарат у нас ToGo на 250 мл. Идет процесс. Карта там больше заключена. Мы ее убираем. Прозвучал звуковой сигнал, напиток можно забирать. Еще добавим сиропчиков по вкусу, кто как любит. Ну, еще вот тут у нас есть трубочки. Я люблю из трубочек пить кофе. Очень вкусно получается. Мешать удобно, попивать. Ну, в принципе, на этом видео показали, как работает система тукан оплаты картой Эквайринг. Будут вопросы, звоните, пишите, комментируйте, если что-то непонятно. Стараемся с другим видео как-то донести более развернуто, как эта система работает. Всем хорошего дня, до свидания.